Митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий посетил Бухарское благочение. В этот день в храме святителя Николая Чудотворца города Кагана архипастырь совершил божественную литургию, а затем осветил новый купол и крест. Свято-Никольский храм в городе Каган был построен отцом Павлом Адельгеймом в 1964 году по окончанию Московской духовной академии. Батюшка был назначен сюда священником. Возвели церковь на средства прихожан, а иконостас отец Павел привез из Москвы. Он представляет собой часть исторического иконостаса столичного храма Преображения Господня в Преображенском, закрытого и взорванного в 1964 году. Никольскую церковь осветили в 1969-м. Знаковое событие происходит и сейчас. Архипастырь освещает купол и крест. После владыка Викентий кратко рассказал о жизненном подвиге оптинского старца Амвросия, память которого отмечалась в этот день. Который подвязался в 19 веке и был учителем благочестия, и к нему притекали тысячи и тысячи людей, и он учил людей благочестивой жизни, в том, чтобы мы благоговейно относились к своему призванию как православного христианина. С помощью строительной техники установили новоосвященный купол. Главка теперь станет видна издалека и будет сверкать золотом на солнце, так щедро согревающим Узбекистан.